Приветствую вас на канале Редкат. Сегодня мы продолжаем смотреть концовки Аманды. Первая и вторая концовка уже на канале, надеюсь, вы посмотрели. Если нет, обязательно посмотрите, потому что там много чего мы уже сделали. И сейчас мы проходим дальше, ребята. Будем делать следующее, что нам нужно для того, чтобы получить следующую концовку, соответственно. Итак, ребята, мы смотрим. Пишем что угодно. Нам нужно остановить кадр, когда будет нож у нее в руках. Так, пишем нож. Нет, это не нож. Пишем оно. Сейчас она сама напишет нож. Смотрите, я пишу, что попало, она мне пишет. Все, ребята, ставим на паузу, и бежим вот сюда, ребята. Теперь ставим максимальное количество для того, чтобы духовка у нас была на вот такой вот, скажем так, температуре. И смотрите, ребята, у нас поменялся кадр, и теперь там духовка у них тоже горит. Смотрим, что будет дальше. Кричат. О нет. Короче, мы спалили им кухню, ребята, и вот такую вот концовку мы получили. За это нам дали новый рецепт, и называется он мясной пирог. Ингредиенты: картофель, грибы, мясо. Так, хорошо. Что мы делаем? Мы сейчас все это будем добывать. Смотрим, как получить картофель. Нужно найти горшок с месяцем. Также, ребята, нам нужно раздобыть мясо. Давайте его попробуем раздобыть. Идем сюда, и нужно положить сыр в мышеловку. Да, я думаю, что вы правильно догадались, что будет позже. Ой, так быстро? Ну, а вот и наше мяско. Мышка подошла. Мы нашли мышку. Так, теперь грибы. Грибы я знаю где. Вот здесь вот у нас мухоморчики растут. И осталось найти горшок, чтобы вырастить картофель. Где у нас горшки? Вспомнить бы, где у нас горшки. Так, да, с месяцем, видите? Вот такой вот надо символ найти на горшках. Вот у нас горшки, ребята. Сейчас все пересматриваем. Это крестик какой-то. Это нолик. Это вообще непонятно что. Короче, ребята, ищем. Это мальчик, девочка бы. О, нашел. Так, нашел, ребята. Теперь ставим этот горшок поливать. Тут у нас полив. Вот капелька. Подставим под капельку. Все, ребята, мы так быстро вырастили картофель. Вот он бы на огороде так быстро рос. Теперь сюда вот его ставим. И получаем, ребята, секретную кассету. 525 градусов, 50 минут запекать. Выставляем температуры. Так, 50. И температура 525. Супер. Открываем. И все это хозяйство вместе с горшком туда закидываем. Та-дам! Мы получили ачивку, ребята, и кассету в твоем районе. Но кассета у нас уже теперь немножко другая. Она поменялась, ребята. Теперь в моем районе она уже будет совсем другая. Смотрим, в чем изменение. Привет всем, я Аманда. Ух ты, появилась небесная лавка. А я Кудряш. Аманда, а твои друзья могли бы вернуться в наш район? Это здорово. Мне нравится, что в моем районе живут мои друзья. По-моему, Кудряш что-то заподозрил. Сегодня я хочу отправить своему другу кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин с открытками? Да, вот он. Отлично. Пойдем в магазин. Давай выберем открытку, мой друг. Случилось что-то плохое. Вот на этом кадре, ребята, когда у нас вот нотки появились, нам нужно сделать еще кое-что, чтобы получить еще одну ачивку. Мы идем к вот этому нашему пианино. И теперь проигрываем мелодию. Итак, играем. F, A, C, A, D. Фасаде. Забираем, ребята, кассетку. Мы получили секретную кассетку, ребята. У нас такой еще не было. Мы обязательно ее проиграем, но чуть позже. И теперь, ребята, мы можем продолжить. Давайте я отложу, потом я вам покажу, что на кассете. Давайте досмотрим уже ролик. Итак, нажимаем и смотрим. Какую открытку ей отправить? Ну, какую? Так, я случайно вышел. Какую отправим мы? Right, это неправильно.
Кажется, Аманда запуталась. Что-то она без настроения. Расскажу тебе секрет. У меня день рождения. Пожалуй, мы сможем помочь. Вперед, дружочек, выбери открытку. Sold out. Все продано. Видите, остался только один стенд, который можно выбрать. Думаешь, это оно? Я не... Похоже, что да. Уверен, что твоему другу очень понравится эта открытка. Мой друг... Какая-то она заторможенная стала. Мой друг... Мой друг отмечает день рождения! Вспомнил неожиданно. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Где могу угощение купить для своего друга? О, я знаю, давай купим ей какие-нибудь вкусные сладости. Ты знаешь, где магазин сладостей? Да, вот он, мясной. У них нет того, что нам нужно. Тогда вот этот. Отлично, давай. Зачем ты это делаешь? Теперь я не могу найти магазин сладостей, они все мясные стали. Я не знаю, куда мне идти. Поможешь мне? Да, мясной. Не делай этого! Я еще не мясной. Я не хочу туда идти. Ты пойдешь. Я сказал, что не хочу туда идти! Нет, ты пойдешь. Нет! Почему это происходит? Аманду плющит просто. Иди в магазин мяса, я тебе говорю. Нет, почему я не могу это остановить? Это не магазин сладостей. Здесь нет того, что я хочу. Может, ты отведешь нас куда-нибудь в другое место? Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Ну, мясо. Что может быть? Выпустите меня отсюда! Ого. Это очень милая открытка на день рождения. Хочешь подарить ее сейчас? Напишешь адрес на открытке? Кому я должна ее отправить? Кудряшу. У него день рождения, он же писал об этом. Думаю, что у него день рождения. Я пишу вообще любые буквы, потому что хочу посмотреть, чтобы игра сама написала Кудряш. Давайте Аманде подарим. Ты правда не помнишь? Ты забыл, что у меня день рождения? Кудряш. А, Кудряш, у тебя же день рождения. И мы подарили мясо Кудряшу. Вот такая вот, ребят, история, вот такая вот измененная реальность. И после этого у нас появляется книга. Книга, в которой мы должны выбрать маршрут, по которому все это происходило. Давайте попробуем это сделать. Так, сюда, потом туда, потом пытались сюда, потом туда. Не, что-то не так. Сюда, 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 сюда. Да, о, теперь вот так вот. Да. Все были вот такие вот страшные. Мы потом пошли... ну, пусть будет вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так. Теперь, да, вот это вот. Потом мясо и конфетки. Конфетки и мясо. Вот. И, ребят, таким образом я узнал подсказки. Это Guts, это вот этот символ на горшке и то, что нужно отрезать кукле голову. Вот так вот, ребята, мы находим подсказки, так что иногда просто я их использую немножко в другом порядке, но тем не менее. И давайте, ребят, покажу вам еще вот эту вот кассетку. Как вы видите, я ее немножко позже вам показал, потому что забыл, что мы ее так и не посмотрели. У меня уже, видите, все ачивки на мониторе. Это небольшой, скажем так, забег в будущее. Итак, мы видим, ребята, звукозаписывающую студию, на которой Ребекка вместе с режиссером и папой записывают какой-то эпизод. Что это? Что она читает? Несколько простеньких слов. Видите ли, это сценарий специально настроен для тренировки динамической голосовой реакции технологии. Прекратите это. Сэм, почему бы вам не прогуляться пару минут, говорит режиссер? Нам осталось... Я не хочу этого делать. Ребекка, что случилось, спрашивает Сэм. С кем ты говоришь? С человеком в наушниках. Там никого нет. Она расстроена. Это зашло слишком далеко. Давайте сделаем перерыв. Ребекка, давай, ты выйдешь, а мы поговорим. И все, на этом заканчивается. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Окей. Ребята, у нас тут еще один замочек. Мы сейчас его открываем. Так, таким образом мы это делаем.
Открылся замочек, ребята, и теперь мы находим ведро. Сейчас я вам покажу очень прикольную пасхалку, которую даже не все ютуберы знают и показывают. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Смотрите. Наполняем ведро водой, ребята, и потом бросаем любой предмет в эту воду. Так, чтобы кинуть такое? Чтобы такое ненужное найти? Яблоко. Что-то бы такое ненужное выбросить. Ну, давайте. О, ножницы. Металлическая, пойдет. Ну, на самом-то деле вы можете все что угодно кинуть. И ножницы, и даже вазончик можете кинуть. Так. Вроде ничего нужного больше нету. Так, кидаем ножницы. Смотрите. Прям вот сюда. И там, ребятка, оказывается золотая рыбка. После чего заново у нас, видите, водичка наливается. Давайте еще раз попробуем кинуть. Трезубцем. Нептун просто. Так, подожди, я забрал. Кажется, я пустой забрал. Выплескала всю воду наша золотая рыбка. И теперь, ребята, идем обливать нашего робота. Пока! Как мы догадались, что нужно налить воду, ребят, я покажу вам в следующей части, когда мы будем делать уже завершающую концовку этой игры. А сейчас мы просто сделаем немножко другую концовочку. Вот, идем, открываем теперь сундук. Открыли чутненько и забираем кассету. Все, ребята, замечательно, давай делиться. Мы получаем кассету, и это, ребята, у нас будет уже последняя кассета в этом эпизоде. Так, смотрим. Смотрим, что у нас происходит дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Аманда песенки поет. Ей весело. Привет. Ты Аманда, я знаю. С друзьями можно поделиться всем, чем угодно. Я могу поделиться с тобой цветными карандашами, чтобы тебе тоже было весело раскрашивать рисунки. Посмотри на этого глупого мистера Лиса, которого, помните, у нас попал в капкан. Значит, делиться — это значит с кем-то делиться. They can share snacks. Могут делиться лакомствами. Я поделюсь с тобой лакомствами. Какие лакомства ты любишь? Тут можно любое выбирать. Ну, давай сыр с плесенью. Ой, это мой любимый. Мое любимое угощение. Они могут делиться секретами, не только лакомствами. Могу я поделиться с тобой секретом? Да? Точно? Это большой секрет. Да. Я правда могу поделиться с тобой своим секретом? Да. Я существую. Somewhere. Где-то там. О, мой Боже. Она вылазит из телека. Нет, ребята, надо взорвать этот телек. А то она вылезет, как в звонке, и будет мне хана. Кидаем кирпич. Кирпич все исправит. Воу, вот это взрывчик получился. На славу, круто. Все? Аманда, game over. Судя по всему, мы избавились. Кстати, ребята, закончился дождь и пошел свет. А кто это был? А кто это только что был? Ребят, мы не знаем, кто это, но это, ребята, та концовка, это правильная концовка, которая, видите, у нас с титрами. То есть все до этого, получается, были секретные концовки, и только вот это правдивое и правильное. Но есть еще одна тоже правдивая и правильная, тоже с титрами, которую мы посмотрим уже в следующем видео. Последняя концовка в этой игре. Так что, ребят, не пропустите. На этом пока все. Спасибо, что смотрели. Ставим лайк, подписываемся и до новых встреч. Всем до скорого.